Возвращаюсь домой после прогулки, велосипедной прогулки по центру закрытого Вашингтона. Значит, площадь Макперсон, метро, все эти станции метро закрыты. Вот там очень много полиции. Значит, здесь бомжей, вон белочки. Белочки, да. Бомжей поменьше, где все время кормят. Да. Вот мой велосипед. А вон там еще интересно, вон, эти бомжи, которые постоянно живут. Вон там же палатки. А здесь старинное здание. Вот там старинное здание. Красивое. Вот такой центр Вашингтона.